участником претендентского поединка за звание чемпиона Таул! Тренер после боя. 8 швов, все четко, двигаемся дальше. Брат красавчик. От души. Нам сразу после боя сказали, что ты не настроен разговаривать, можешь объяснить? Да нет, я всегда настроен разговаривать, просто мне надо было швы поставить. Вот прежде всего поставил, с вами вот разговариваю. Мы-то думаем, куда ты исчез. Поехал, быстренько швы поставил. Не, нормально все, со здоровьем все хорошо. Это такое, где наживное, ничего тут страшного нету. Это отголоски профессии. Видимо, еще и очки успел прикупить. Не, очки со мной с самого начала были сегодня, просто на бой их не стал одевать. Как будто чувствовал, да? Ну, типа того, как Ванга. Да, у тебя знают как одного из самых зрелищных бойцов лиги, который часто умеет заканчивать бои досрочно. Сегодня получилось вот решением. Насколько доволен этим? Ну, доволен-то что? Я доволен победой. Ну, нелегко было, честно. Виталий, да, сильный парень, тут ничего не скажешь. Досрочно. Я давно не дрался, на самом деле, уже 3 раунда, поэтому четко, хорошо продышался. Ну, конечно, хреново продышался, но нормально пойдет. Небольшое, но волнение было, когда объявляли победителя? Честно говоря, нет. Уверенно, я думал и знал, что выиграл. Просто из осечки чуть-чуть был, да, такой момент, что думал, снимут. Потому что до боя сказали то, что малейшая осечка при федерации бокса, то, что сейчас у нас идет, сразу снимают. Я из-за этого парился. А так нет, нормально все. Когда будешь готов вернуться? Ну, вопрос хороший. Швы снимут, вернемся сразу. Ну, примерно сказали, сколько тебе дней нужно на восстановление? Нет, примерно месяц нужен. На полностью, чтобы у меня и рука еще чуть-чуть. Поэтому месяц где-то, и все, уже можно будет драться. Следующая остановка – это бой за титул. Следующая у нас остановка – это разговор за бабки, а дальше уже посмотрим, что будет. Пока не было. Разговора? Да. Нет, все после сказали, после боев будем обсуждать. Ну, если я ничего не путаю, после объявления Анатолий Сульянов сказал, что ты вышел на претендентский бой. Правильно я понимаю? Ну, по сути и по факту, да, получается так. То есть, там не реванш чемпионский будет, да, сначала? Еще просто вот реально не совсем понял. Нет, еще мы не договорились насчет боя, но по сути получается, что у нас чемпионский бой остается. То есть, если финансы не устроят, то повторного боя может и не быть с Асланом Назбаровым. Все правильно, может и не быть. Потому что при всем уважении ко всем бойцам, таких бойцов, как СОС, как я, в организации... нету, хорошо, ждете, стоите. Ты реально можешь себе представить такой расклад, что вы не договоритесь с лигой и реванша не будет? Хотя его так ждут, и ты наверняка сам хочешь. Я думаю, что мы договоримся. Анатолий хороший бизнесмен, поэтому все у нас в процессе. А есть план Б, допустим, если ты не сможешь договориться? Плана Б нет, просто я скажу так, что есть предложения из разных мест, есть и по боксу, есть и по кинтусам и так далее, поэтому без дела не останемся, короче. Расскажи, а как должен выглядеть твой контракт? Сколько боев, во сколько он должен увеличиться? Ну, это уже все, пацаны, секретная информация. Это уже когда мы к какому-то придем, скажем, как оно, к решению, я сразу сообщу. А можно сказать, что ты самый дорогой боец лиги Хардкор? До сегодняшнего дня. Еще раз вопрос. А можно сказать, что ты самый дорогой боец лиги Хардкор? Я не знаю, это такой сложный вопрос, не могу ответить. Не знаю, пацаны. Ты говоришь, что у вас есть общение по новому договору. Цель в этом состоит? Цель в деньгах. Мы здесь изначально для того, чтобы заработать. Мне хайп, это все особо, вы видите, неинтересно. Я не такой человек, чтобы где-то что-то кричать, разговаривать с кем-то, драться на улице. Я пришел сюда для того, чтобы свою семью кормить. Поэтому все about numbers. Скажи, а контракт он должен быть эксклюзивный, или ты хочешь оставить вариант, чтобы в других организациях драться, например, на Правде по боксу? Да, вообще хотелось бы, конечно, драться эксклюзив на кулачку, без проблем. Другие дисциплины хотелось бы выступать везде. А реванш в Лиге Правда с Асланом Азбаровым по боксу? Тебе было бы интересно? Это уже будет не реванш, это другое интересное противостояние. Но реванш, он будет, он актуален на кулачке, потому что это началось там, и реванш должен быть так. А бокс, базара нет, тоже интересно, тоже можем поговорить.
Просто полностью на 200% на все вышли. Делаем. Решился, не знаю, первое, что в голову приходит. Первое, что приходит в голову. Мы сделали все, что могли. Да. Мы работали над этим. Чуть не получилось. Победил сильнейший. Тут ничего не скажешь, да. Самат вышел, сделал свою работу. Где-то вывел на эмоции, навязал свой темп. Я думаю, четко он понимал, что если Лена уже вымахается, то он устанет, и тогда он начнет переламывать ход событий. Потому что по судейским карточкам Лена уже 3 раунда вел. Да. Вы уже смотрели, да, карточки? Да, там карточки. Смотри, первый раунд 10-8, второй 10-9, третий 10-9. Ну, первый раунд нокдаун от Лендруша, второй 10-9 он выиграл, и третий тоже дали 10-9, двое судей. И четвертый раунд... наверное, сказалось усталость, да, то, что вымахался, чуть не придержались плана, не работали по корпусу, как планировали, чуть начал охотиться за головой, почувствовал, что попал в первом раунде и сконцентрировался на голове, и это нас подвело, потому что, наверное, Самат изучали Лендруша и понимали, что он бьет левый скачковый, и, как все видели, он постоянно от него уходил. Постоянно уходил, клинчевал, знал, что на функциональных
кондициях это скажется с Лендрушем. И да, так и получилось. А Лендруш немного отошел от плана из-за того, что был на эмоциях? Да, скорее, да, да, сам грамотно сделал, вывев его там где-то жестами, где-то клинчем, где-то ударами в затылок. Да, скорее всего, так и было. А ты про это говорил ему? Ну, чтобы он не ввелся на это все. Да, да, но вы же понимаете, когда спортсмен выходит в ринг, там уже, что бы ты ни говорил, у него своя голова. Да. Самат молодец, сделал хорошо свою работу. Значит, мы где-то недоработали, что-то упустили. Что тут еще скажешь? А, ясное дело, что и сам Лендруш, он говорил, что попытается удивить тем, что 5 раундов продержится. Ну, то есть, хороший темп будет задавать. Да, и план был такой, что первые 2 раунда мы вообще двигаемся назад. Но чуть-чуть Лендруш поддался эмоциям и сразу начал идти вперед. Все знали эту работу, и он ее, мы не должны были этого допускать. Да. Я говорю «мы», потому что мы оба виноваты, наверное. Да, потому что я тренер, он подопечный, у нас был план. Ну, значит, где-то я не смог ему внушить то, чтобы он так делал, значит, чтобы он себя почувствовал уверенно в работе назад. Насколько я знаю, что он, Лендруш, он всегда эмоционален во время своих поединков. Да, да, и это сыграло с ним злую шутку. Просто, наверное, это будет хороший урок, потому что до этого эти эмоции ему помогали. А здесь просто попался парень, который хорошо двигался и еще сильнее выводил его на эмоции. И в нужные моменты клинчевал, не давал ему навязать вот эту силовую работу, не дал ему попасть. Да, все сделал. А во время подготовки вы смогли подобрать такого же длинного и быстрого спарринг-партнера? Да, у нас были спарринг-партнеры достаточно неплохие. Мы хорошо с ними работали, стояли. Ну, вот, наверное, сказалось, арена, публика где-то. Да, это такая была игра эмоций, игра психологии. Я думаю, Самат здесь оказался сильней, да, в эмоциональном таком бою. В каком сейчас состоянии Лендруш? Хорошо себя чувствую, так чуть болит голова, чуть расстроена, так, в принципе, все нормально. Болит голова по причине пропущенного удара? Да не, я не думаю пропущенного удара. По причине на эмоции, то, что там энергии, вот это все, вот этот ажиотаж, там расстроился, все, наверное, так, в совокупности, да. И удар, наверное, тоже пропущенный. В конце концов, голыми кулаками били.